чувственные ароматы любят не все. Но есть такие любители вот этой томной пряности какой-то, загадочности, сексуальности, манкости. Вот интересный ароматик, тоже из класса люкс, от Франко Оливер. Прям тестирую, и такой он для меня интересный. Это Белла Франко Оливер. Значит, аромат очень сладкий, но он летний, он сладкий, и его вкусовые, вернее, обонятельные ощущения от него... Так, меня тут перебили. Ну, потому что аромат непростой, я немножко зависла. Вот я просто представила сахарный сироп горячий. Когда вот в горячую воду сахар положить, размешать, дать постоять, дать остынуть до температуры чуть теплее человеческого тела. И туда влить немножко березовый сок. Плюс это все не будет плоским по запаху. Будет богатое звучание такого шика женского у этих духов. И вот это вот сахарный сироп с березовым соком, он вообще классный. Лактонности здесь нету абсолютно. Но вместе с тем, вот удивительно, что получается такая женственность, сильно выраженная. Так что присмотритесь.